Ну, естественно, я хотел бы поздравить всех людей, которые несут службу, защищая наше Отечество, защищая Россию, защищая Республику Армению. Как вы знаете, у нас очень тесные союзнические отношения, имеющие многовековую историю. История российских вооруженных сил неразрывно связана и с историей армянского народа. Армяне сыграли огромную роль в становлении российских вооруженных сил, в тех славных победах российского советского оружия, которыми была знаменована вся история наших вооруженных сил. И сегодня наше союзничество – это гарантия безопасности наших стран и гарантия безопасности в регионе. Как вы знаете, здесь действует 102-я российская база. Наши пограничники участвуют в охране армянской границы. И это, безусловно, очень важный вклад Российской Федерации в безопасность Армении. Это отражение того боевого братства, тех братских отношений между нашими народами, которыми характеризовалась практически вся история наших взаимоотношений, многовековая история наших взаимоотношений. И в этот день, конечно, я хочу поздравить всех тех, кто несет боевую службу, да и всех нас, и весь армянский народ с этим славным праздником. А совместные программы в дальнейшем намечаются? Вы имеете в виду совместные программы, ну, если речь идет о нашем военном сотрудничестве, то эти программы реализуются постоянно, потому что наши военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с армянскими военнослужащими. Идет ли речь о совместном несении службы на границе, в совместных учениях? Очень тесных повседневных контактах, как на уровне командования базы и руководства вооруженных сил Армении, так и на уровне военнослужащих.